Всем привет, дорогие друзья, с вами Артём Динамик, и я хочу извиниться перед людьми, которые у нас пришли на стримчик, но он не состоялся по причине косяков моего провайдера. Вот, соответственно, всех вас приглашаю завтра в 17:30 на стрим, который будет выглядеть вот так, как вы видите на своих экранах. И, соответственно, мы поиграем с вами в разнообразные игры. Вот Данамин, Mortal Kombat 1. Итак, давайте кого-нибудь, Джонни Кейдж возьмем. Так, чисто я вам на подкасте показать. Поиграюсь. Так, я уже забыл тут. Б-блок. Да-да-да. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ага. Оп. Понял. Оп. Давай. Вот так, добили. Ну так вот, что ж, дорогие друзья, завтра в 17:30 будет стрим, моя ссылочка в описании. Играй будем не только в Mortal Kombat 1, но и в другие игры. Вот. Подсечечку. Да, да не то, не так топка. Вот так, вот так. Да что такое? Отвали, Саб-Зиро. Ух ты. Вот так. А я не знаю, фаталити я не знаю. Вот, так вот, дорогие друзья, будем играть в разнообразные игры на Сеге. Будут вас ждать и Король Лев, и все остальное. Вообще, там будет много всякого интересного. Так что не пропустите. Опять же, спасибо всем тем, кто пришел на эту фейловую трансляцию, потому что было очень приятно видеть 60 человек. Ух ты! Ух ты, как я умею! Так, ладно, стоп! Эх, не заблокировал! Ну да ладно, ну, соответственно, было приятно увидеть большое количество людей, и, которые ждали трансляцию, но, опять же, из-за проблем с моим провайдером, что-то тут как-то плохо работает. Прекрати. Прекрати, Скорпион! Гляньте, он меня заборол, ребята, он меня заборол. Ну ладно, было... приятно видеть, то есть, людей, так что смотрим, как вот Скорпион возьмем. Вот, было приятно видеть людей, было приятно со всеми, так сказать, пообщаться, хоть и совсем недолго. Вот. А, не та кнопка, понял. Да господи. Затыкал меня просто. Сейчас я просто вспоминаю, какие тут есть... приемчики. На Лю Кэнг. Отлично, вырубил. Вот, ну, соответственно, будем играть, будем смотреть, ну и будем развлекаться. Вот так вот на вашем экране сейчас идет Mortal Kombat 1, это из Сеги прям, так что, надеюсь, вам нравится. Ух ты! Ты чё? Да блин! Позорники. Вот, и, соответственно, в дальнейшем будут совершенно другие игры, то есть и аркадки, и файтинги, много всего. После... Давайте всех посмотрим, что ли. Все-таки, наверное, надо поставить файтинги на левую руку управления, а то как-то непривычно. Лол. Лол. Вы это видели? Вот, и после Сеги, когда мы простримим большое количество игр с Сеги... Да отойди так. Назад, вперед! Назад, вперед! Тупой Скорпион! Так, вниз, вперед! Вниз, вперед, нет. Вот.
Потом будет Dendy, потом, скорее всего, PlayStation 1. То есть, соответственно, также на канале будут выходить ролики. Я постараюсь какие-то истории рассказывать про те или иные игры, чтобы, ну, было интересно. О, женщина. Женщина. Злая женщина, однако. Так. Подходи ко мне! Не подходи ко мне! Да. Нет, надо на левую руку ставить все-таки клавиши, потому что тут вообще никак не удобно правой рукой. Я уже настолько привык. Давайте Sub-Zero. Низ вперед. А, я точно помню его. Вот, и, соответственно, буду рассказывать вам всякие исторические моменты из игры. Из игр тех времен. Да ты что, ты ничего не делаешь-то? Да замораживай ее! Блин, я даже знаю... Прием, не могу победить Соню. Ладно. Прекрати тут мне. Вот так вот. Одним ударом. Как Рачило. Там, по-моему, вниз вперед С, это он едет. Ладно, мы сейчас проиграем. Да что ты не бьешь ее? Да ладно, пролетела сквозь нее. Ну окей. Ладно, ребят, не буду сильно задерживаться. Вот, в принципе, завтра в 17.30, завтра у нас вторник, завтра у нас 9 сентября в 17.30, давайте приходите, посмотрим все игры, повеселимся, сегодня реально было весело. Ну что ж, с вами был Артем Динамик, спасибо всем за просмотр данного видео, это был Mortal Kombat 1, чисто так, чтобы вам не скучно было смотреть видео, всем пока, всем до встречи.